Приветствую вас! Хочу вам показать и рассказать про структуру ВВП Украины, России и Турции. За 2017 год это предварительные данные, но я далеко от мысли, что это радикально поменяется. Почему Турции? Наверное, потому что Турция близка и к Украине, и к России. Понимаете, поставить здесь ВВП США это бессмыслица. США это США. Даже Польша не подходит. А Турция почему? И Украина, и Россия очень близка к экономической модели Турции. И в принципе надо брать пример с Турции. Я говорю про Россию тоже. Итак, обращаю ваше внимание. Больше всего, ну, самая большая доля ВВП Украины занимает торговля. 16%. Самая большая доля ВВП России занимает торговля. 16%. Да, да. Предпочтение, когда некоторые говорят, Украина это аграрная страна. Нет, это торгаши. Причем обращаю ваше внимание, что в Турции 13%, меньше даже, чем в Украине, но тоже играет большую роль. Вообще, чтобы вы правильно немножко поняли, торговля, как правило, действительно в многих странах мира, на первом месте по доле ВВП. Торговля. Но, а дальше идет обрабатывающее производство, это то, что мы часто любим, производство с высокой добавленной стоимостью. Обращаю ваше внимание, в Украине 14%, в России 13%, ну разница небольшая. Турции 19%. Почему в Турции доля обрабатывающего производства или промышленности больше, чем, ну, скажем, в Украине и России? По одной простой причине. Турция действительно очень удачно сотрудничает с Евросоюзом. Я много раз говорил, для того, чтобы выжить, чтобы могла выжить экономика и Украины, и России, она должна быть глобализирована. Более выгодно не изобретать велосипед, а работать в кооперации с другими странами мира. Вот так делает Турция. Да, Турция производит довольно много комплектующей продукции для Евросоюза. Благодаря этому доля добавленной стоимости в структуре ВВП Турции выше, чем в России и Украине. Выше. Молодцы. Вот сколько примерно. Сельское хозяйство. Да, Украина здесь на первом месте, ну как бы лидер. 14%, в России только 4% доля сельского хозяйства. Маловато, но я думаю, со временем увеличится. Турция 7%. Что есть, то есть. Однозначно. Да, в Украине 14%. Ни 100, ни 200, ни 300, 14. Раньше было около 8. Выросло, однозначно выросло. И в принципе, это действительно во многом заслуга развития экономики, как бы там ни было. Транспортировка и хранение. Ну, здесь разница небольшая, 8%. Потом смотрите, операции с недвижимым имуществом. Да, в Украине только 7%, в России и в Турции по 9%. То есть операции с недвижимостью тоже играют большую роль в ВВП страны. Практически действительно, ну, покупка, продажа, причем это вся недвижимость. Офисная, не офисная играет, да, действительно. Это однозначно. Добыча полезных ископаемых. На первом месте здесь понятно, что Россия. 11%. Да, не 100%. Нет. Еще раз обращаю ваше внимание. В структуре ВВП России, да, доля добывающей промышленности 11%. А в экспорте 60%. В экспорте Украины 40%. Это экспорт продуктов питания и зерна. Вот по этой причине я говорю. А вот в экспорте Турции почти 60% продукция машиностроения. Вот так вот. Учите, студенты. Ой, извиняюсь, машиностроение. Ну, там промышленная продукция, там машиностроение и другие изделия. Спускаемся дальше. Государственное управление. Вот смотрите, государственное управление во всех странах мира, ну вот видите, в России вообще 8%, в Украине 6%, в Турции 5%. То есть про это как-то не принято говорить, но еще раз, государство очень часто вмешивается и... Что это значит государственное управление? Вот вас забирает деньги в виде налогов, потом государство инвестирует деньги в виде налогов. Обращаю ваше внимание, видите, здесь большие проедания, видите, военная безопасность. Это вот деньги, которые тратятся на военно-промышленный комплекс. Разворовывают, ребята, разворовывают. В Украине тоже большая доля. Что-то есть, то есть. Дальше. Деятельность в области информации и связи. Но в Украине вообще замечательно 4%. Нет, действительно, IT-технологии в Украине шикарно развиваются. Я знаю эти бесконечные разговоры. Все IT-шники уехали. Да не уехали все. Кто уехал, но большая часть работает в Украине. Да, выполняет заказы. Вот как раз IT-технологии это пример того, что значит глобализация. Плюс, да, действительно, более-менее неплохо развивается информация, информационные технологии. Что есть, то есть. Видите, в России даже меньше 2%. Ну, скорее всего, из-за слишком много увлекается добычей полезных ископаемых и военные. О! В Турции 3%. Образование. Да разница особо не... Ну, там, у нас 4%, в России 3%, в Турции 5%.
То есть особой разницы в таком, как нет. Обеспечение электроэнергии, ну, видите, у нас 4, в России 3, а в Турции только 1. Но здесь опять скажете, ну, в России же больше, да, в Гагбу, ну, и страна больше, больше надо ей. Деятельность профессиональная, научная и так дальше. Да, то же самое почти. 3, 3, 3, 4, 4. А вот с 30-то я почему забегаю немножко вниз. Вот смотрите, у нас 2%. Я много раз говорил, у нас нет строительного бума, у нас растет строительство. Это замечательно. Но опять же, если сравнить с 2008 годом, слабо, с 2013 рост. Просто смотря с чем сравнивать, но у нас нет ипотечных кредитований, по этой причине, видите, у нас 2% ВВП, у нас строительство ВВП занимает 2%. В России 5%, молодцы, в Турции вообще 10%. Ну здесь, кроме классического ипотечного кредитования, в Турции очень активно, действительно, приходят зарубежные инвесторы. Это просто чудо. Ну серьезно, столько, сколько там строят, то, что сама Турция строит инфраструктуру, сколько строят различные отели, обслуживающие, это, вот это да, вот это крутизна. По этой причине 10% ВВП Турции это строительство. Молодцы, ребята, молодцы. Ну, дальше внизу, как видите, нам 1-1-2%, то есть это не, так сказать, везде разница. Ну, единственное, что в Турции, там, где гостиницы и предприятия общественного питания 3%. В Украине и России по 1% вполне логично, потому что туризм, конечно, в Турции более развит. Вот такая структура. Еще раз напоминаю. Смотрите, структура ВВП, она широкая. По этой причине, да, там очень большую долю, роль играет сфера услуг. Торговля, государственное управление. Потому что вы же не забывайте, вас забрали деньги, профинансировали работников государственной, это да, они же, соответственно, создают наш добавочный продукт. Но, даже услуги, которые вам дают государство, добавочный продукт? Ну, конечно, а как вы хотели, без этого не бывает. Да, что касается обрабатывающей, но она не занимает 100%, она занимает определенную долю. Потому что есть отдельно транспорт, отдельно еще научная сфера, финансовая и так дальше. Так что здесь такая ситуация. Да, в Украине доля аграрного сектора большая, но не 100%. У нас первая все-таки торговля. Да, в России действительно доля добывающей промышленности 11%, но не 100, не может быть 100, что есть. А в Турции, конечно, действительно молодцы, что они так хорошо сотрудничать с Евросоюзом. Молодцы. Вот Турция действительно, вот то, что постоянно говорят, стать мостиком между Европой и Азией. Турция стала. Ну что ж, позавидуем. Ну, честное слово, позавидуем. Молодцы, молодцы.